Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Смысл жизни, проходя через трудности. Путь твой истин, этот мир не так прост. Но найди свое место, иди только вперед. Другие варианты не уместны. Не думай только о себе. Всегда будь человечен, чтобы тебя запомнили. В этом мире на нужде ты сможешь все потерять и получить спину нож. От врага от человека, от которого не ждешь. Уникален ты тот, кто готов ко всему. Доверяешь себе и больше никому. Заглянуть в это сознание, и душа тебе подскажет. Она честнее тебя и никогда не обманет. Ведь твой каждый поступок является ею. Задержи под контроль, чтобы враг не стал сильнее. Ведь судьба не предсказание. Ты ее держитель, истин смысла и ее главный хранитель. А в чем сила, брат? А вот в чем? В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Ну хорошо, вот много. И что ты? Куплюсь. И меня? Старания принесут тебе успех, а злые умыслы — наказание и грех. Ты должен все понимать, что структура непроста и много трудностей уже в пути принесла, но осталось немного. Да, устал ты в дороге от моральной обиды и невыносимой боли. Цена была дорогой за этот путь исправления. Теперь ты сможешь понять всю жизнь и наслаждение, когда не надо бежать туда, где уже не ждут, а надеются, любят, уважают и не лгут. Где не надо терпеть и надеяться на что-то, все время думать об одном и том же, о ком-то, изменившийся в душе, как одинокий скиталец. Ты прошел все испытания, красавец, ты усвоил уроки мудрости и слова, и теперь чувств как ангел, не повторяя ошибок снова.